Власть полностью себя дискредитировала на всех уровнях. И для любого простого человека в Украине, для всего международного сообщества, у которого мы постоянно клянчим миллиарды на то, чтобы выжить, я думаю, что стала видна сущность украинской власти. Я думаю, что в этой ситуации однозначно единственный выход – это перевыборы, причем масштабные перевыборы. Я думаю, что власть будет делать все от нее зависящее для того, чтобы такими информационными поводами как-то пытаться отвлечь внимание и международного сообщества, и украинского общества от того, что происходит в Украине.